В Одинцовском округе стартовал прием заявок на участие в 7-м открытом фестивале-конкурсе «Мы талантливы». Направить заявку можно до 11 апреля. Гала-концерт, на котором наградят победителей и лауреатов конкурса, состоится 22 апреля в актовом зале Немчиновского лицея. Напомним, впервые фестиваль-конкурс «Мы талантливы» провели в 2015 году. В прошлом году он был посвящен 75-летию Великой Победы.